Леха, быстрее! Да тормози ты, ну! Что-то случилось неладное! Антоха! Антоха! Здорово! Раздавишь! Здорово, здорово! Боже мой! Кто это наконец-то к нам дополз? Смотри, не обманул! Я не обманул! Слушайте, ребят, как я мог вас обмануть? Взял отпуск и приехал. А сколько обещал, а? 2 года! У нас обещалка уже твоя поломалась! Жанна, принеси, пожалуйста, из погреба вина. Подожди, подожди, какое вино? Ну дай отдышаться. Уважаемый следователь Московской прокуратуры, здесь с парадом командую я, так что марш за мной. Давай, командир, иди сюда. Здравствуй. Привет. Как ты? Дай-ка я посмотрю в твои глаза. Когда-то еще бездомные и честные. Устал ты, дорогуша, устал. Иди отсюда. Но мы это дело поправим. Ты устал у нас не от работы, а от одиночества. От одиночества не надо меня обманывать, Жанна. В этих делах в курсе дела. Но мы это исправим. Так что, марш в дом. Сегодня вечером все, это секрет, сегодня вечером сам все узнаешь. Анюта, Петя, идите скорее, дядя Антон приехал. Ну, где? Дядя Антон! Привет. Бегемотики. Ну, дайте-ка я вас рассмотрю-то хорошенько. Петруха, ух ты. Какие ручища. Петя. Ну вот, будешь тренироваться. Спасибо. Так, Анюта, ты? Слушайте, родители, ну просто фотомодель, прямо как мама. А? Да ну вот эти. А в меня все мальчики нашего класса влюблены, даже дерутся из-за меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, роковая женщина, женщина-кошка. Ребята, вот вам еще подарки, вот еще, вот еще. Так, подарки потом, а сейчас что мы делаем? Не мама, поднимаемся в ванну, причесываемся, одеваемся, не мам. Быстрее, Петя, шевелись! Ты мировая мама.
Уговорил, усыновлю. Так, ну-ка, перестань присылать к моей жене. О, Отелло! Ревнует, значит, любит. Ты чайник поставь. Снимай шинель. Не скучайте, я скоро. Давай, быстрее. Петенька! А вы калитку на ночь не запираете? А чего нам бояться? В нашем городе все спокойно. Это тебе, брат, не Москва. Все друг друга боятся. Да. Счастливый ты человек, Димон. Дом у тебя, жена, дети. Это да. Только откуда тебе знать про семейное счастье? Это такой кайф, а ты ходишь бобыль-бобылем. Ты чай? Да, чай. А это потому, дорогой мой начальник оперативного отдела, что ты свою половинку уже встретил, а я пока еще нет. И неизвестно, кому лучше. Угу. Вот сегодня вечером ты ее встретишь. В смысле? Придет Жанкина подруга. Умница, красавица, квартира, карьера, машина, дача. Просто клад. Ну перестань, Димон. Нет, я тебе серьезно. Анастасия Вольская, журналистка нашей газеты. Между прочим, закончила журфак. Ну прекрати. Антон, только отнесись к этому серьезно. Я тебя прошу. Ну все, все, прекращай. Ты что, на смотри на меня пригласил? Ну да. Ну, это Жанна, ну и я. Ну все, тогда я поехал домой. Антон! Антон! Антоха! Антоха! Не догонишь. Открывай давай быстрее. Я уже в Москве. Открывай, Антон. Обойдешься. Что ты за человек-то такой? Я тебя убью, слышишь? Мерзавец ты. Да, Никитин, слушай. Что? Гончарова? Да, сейчас буду, да. Что-то случилось? Антох, мне надо ехать. У нас человека убили. В вашем городе человека убили? Представляешь, на Карково? Ничего себе. Известный, богатый человек, там все начальство на ушах. А, ты, в общем, не скучай, я приеду, мы с тобой баньку затопим, хорошо? Не, погоди. Как это? Я с тобой. Антон. А что без тебя я здесь буду делать? А там, глядишь, советом тебе помогу. Антон, меня Жанка убьет. Не убьет. Убьет? Не убьет. Убьет? Жду тебя на улице. Жанна! Доброе утро, Дмитрий. Здорово. Здравствуйте. Приветствую. Так, следов ограбления нет. Деньги, документы, мобильные телефоны, все в карманах. Оружия также нету, но работа на киллера не похожа. Да, там следы в лес уходят. Я Никанора отправил. Молодец. Это кто? Путеец, он обнаружен. Давай, займись. Угу. Какой размер? Ботинки 38 размера. 38 подросток? Не обязательно, может, женщина. Женщина? Женщина, точно. Может, и женщина. Привет, Красюх. Добрый день. Чем порадуешь? Есть пальчики. Есть. Замечательно. Есть пальчики, это хорошо. Есть пальчики. Предполагаемое время убийства. Час ночи, приблизительно. 8 часов назад. Так, хлопцы, чтобы конкретика лежала у меня к обеду на столе. Ясно? Давайте. Не знаю. Чтоб такое в нашем городе. Расскажи мне про Гончарова. Гончаров Андрей Валерьянович, председатель совета директоров медицинского холдинга «Катарсис». Светило медицины.
Гинеколог с мировым именем. Ничего себе. Да, на него сотни женщин молилось. Тем не менее, у кого-то нашлась для него пуля. И этот кто-то приехал сюда вместе с ним. И вполне возможно, что это была женщина. Черт, это женщина. Кто сейчас это? Приехала. Прокурор города Рыжаков и начальник ГУВД Ганин. Не пуха. Черт. Иван Романович, Матвей Константинович. Здравия желаю. Господи, Андрюша, за что? За что? Убийство произошло примерно в час ночи. Предположительно, есть отпечатки пальцев убийцы, но на работу профессионала не похоже. Семье сообщили? Пока нет, насколько мне известно. Так, я Лене сам сейчас позвоню. Хотя нет, нет. Надо поехать к ней лично. Андрюша заслуживает этого. Так, Матвей Константинович, поедешь со мной? Да, Иван Романович, конечно, поеду. Да. Никитин, я беру под личный контроль это дело. Будешь докладывать мне через каждые 2 часа. Есть. Фу ты, ну ты! Журналюк только не хватало здесь. Идем, Матвей. Господин прокурор, Иван Романович, вы подтверждаете, что убили Андрея Гончарова? Вы подтверждаете эту информацию? Скажите, это действительно убийца или несчастный случай? Иван Романович, не молчите, скажите, есть ли версия у следствия, есть ли подозреваемые мотивы? Возможно ли раскрытие по горячим следам? Да не молчите! Граждане нашего города имеют право знать! Что знать? Что? Вы что думаете, убийца оставил письмо, в котором все объяснил и еще подписался? Труп нашли час тому назад! Никто никогда не ответит вам на такие вот ваши... Извините, глупые вопросы. Простите. Дима, это убийство, правда? Ну, понять Ржакова можно все-таки. Если друг ты не была моим другом, я бы тебе сказал пару ласковых. Дим, ну расскажи про убийство. Мне нужно заметку давать, а? Ну, Дим. Мне нечего рассказывать. Убери фотоаппарат отсюда. Мне нечего тебе рассказывать. Ну, хватит гнать. Вам же сказали, уберите фотоаппарат. Кстати, вот познакомься. Антон Данилов, мой старинный друг. Мы вместе юридически заканчивали. Антон, это Анастасия Вольская, журналистка, местная знаменитость. Очень приятно. Взаимно. Куда ты? Слушай, следы. Ну, следы. Это убийца. Почему такие маленькие? Это подросток, да? Убийца-подросток? Да не обязательно. Это могла быть женщина. Женщина? Так Гончарова застрелила женщина, правильно? Послушай, я тебе ничего не говорю. Я прошу тебя, уезжай отсюда. Ради бога, вечером встретимся. Ты же придешь вечером? Приду. Ну вот, давай, вот и с Антоном ближе познакомишься. Это, кстати, московская знаменитость. Да, следователь московской прокуратуры. Московской прокуратуры? Уже? Быстро, однако. Да вы неправильно поняли. Я тут с частным визитом вот приехал навестить друга. Ага, уже поверила. Да неважно, поверили вы или нет. Это ваши проблемы. Угу. Дим, поехали отсюда. Как поехали? Поехали, поехали. Так, хлопцы, чтобы информация у меня лежала к обеду на столе. Ты понял, Карасев? А тебя жду к ужину. Ага. Антон, ну куда ты торопишься? По дороге расскажешь про Гончарова. Ну так что, господин Мегре, убийца женщина? Такая девушка, пообщался бы с ней. Заторопился. Москвич. Давай, рассказывай про Гончарова, Шумахер. Про Гончарова. Ну, это целая история.
Ну, что это заявление-то, а? Здесь наше место! А ну, убирайся отсюда, дрянь такая! Откуда ты здесь взялась? Я сейчас уйду. Пожалуйста, пожалуйста. Можно я передохну и уйду? Я тебе сейчас передохну. Я тебе сейчас передохну! Я тебе сейчас так передохну! Я тебе... Ух ты! Стоять! Стоять! Убью! Что ты? Убью, падлы! Убью! Ладно, ладно. Ну, убью! Живи, сколько хочешь. Пойдем. Убью! Что ты? Пушка махает. Если бы Жанна видела, каким я тебя завтраком кормлю, она бы убила меня. Чем богаты? Шикарный завтрак. Я тебе 2 сахара положил. Молодец, помнишь. Прокурор звонил от Гончаровых. Там такое творится. Через 20 минут жену и сына убитого привезут в морг на опознание. Вот. Ну, ничего не поделаешь, формальность, надо ехать. А можно мне поприсутствовать? Ты же знаешь, что нельзя. Пожалуйста. Ну ладно, что не придумаем. Слушай, этот прокурор, как его... Рыжаков Иван Романович? Ну да. Он что, был другом убитого? С Гончаровым дружили. Всесильные гордость его. Сколько ему было лет? 47. Бизнесом занялся 3 года тому назад. Угу. А до этого работал главврачом в нашем роддоме. А чё ушел из клиники? Ты же говоришь, он был светило. Ну, это может у вас в Москве там? Можно заработать в государственном учреждении. А у нас город небольшой, без демографического бума. Вот. Ну, кстати, он работал по профессии. Организовал частную клинику «Белый лотос», центр акушерства и искусственного плодотворения. Сын его директор. Взрослый сын? 18 лет. 2-кратный чемпион по стендовой стрельбе среди юниоров. Учится в Москве заочно. Наследник. А что еще входит в этот холдинг? Ну, в общем, 3 года тому назад он выкупил старую турбазу и переделал ее в центр акушерства и искусственного плодотворения. На паях с Валерием Каргановым, владельцем единственного туроператора «Зурбаган», они организовали компанию «Катарсис». И после этого стали приезжать не только россияне, а и иностранцы лечиться от бесплодия. То есть бездетные иностранцы через эту фирму приезжали лечиться в клинику Гончарова? Да. Он разбогател. Отстроил шикарный отель в центре города, банк. Так что, Антоха, дела у него пошли в гору, нам бы так с тобой. Но только без такого финала, да? Боже упаси. Mm-hmm.
А как насчет деталей, в которых, как известно, прячется черт? Какой черт, Антох, не пугай меня. Черт. Да. Заходи, Карасев. Шеф, вот конкретика. Давай конкретику. По результатам дактилоскопической экспертизы, которую мы провели, отпечатки пальцев на приборной доске и на дверце авто погибшего Гончарова Андрея Валерьяновича принадлежат Астаховой Галине Михайловне, 82-го года рождения, уроженке города Нарядный, 3 года назад приговоренной к принудительному лечению в психоневрологической клинике строгого режима. Как Астаховой? Да не может быть. Может. Моя картотека никогда не врет. Это точно она. Да подожди, как она могла сбежать с клиники? Она... Предвидя ваш вопрос, я позвонил туда и все выяснил. 2 недели назад там произошел пожар. Никто не погиб, но 15 человек госпитализировали. С ожогами, отравлением, угарным газом. Одна пациентка пропала. Ага. Это Галина Астахова. По предварительным данным, причиной пожара был поджог. Ну точно, это она подожгла и сбежала. Согласен. После пожара выяснилось, что у одного из охранников пропал табельный пистолет и кошелек с деньгами. Ну точно, это она. Возбудили уголовное дело, но он утверждает, что его оглушили и ограбили. Ага. У тебя все? Все. Иди, Карасев. Димон, расскажи мне все. Это Астахова 3 года тому назад похитила человека. Она работала на турфирме Зурбагана у Карганова, бухгалтером. На суде адвокат доказал ее невменяемость, и суд приговорил ее к принудительному лечению в психушке. Как я понимаю, Гончаров имел к этому какое-то отношение? Да, она похитила его сына Игоря. Ага. Вот тебе и детали, в которых скрывается черт. Ты прав, по-моему. На черт. А чего она его похитила? Ты не поверишь, безответная любовь. Кому? К сыну Гончарова. А папашка тогда ее и вычислил сам. И навел на нее милицию. Вот оно что. Слушай, ну мне теперь все предельно ясно. Астахова сбежала с клиники. Я отомстила Гончарову. Все предельно ясно. Так, надо сообщить в розыск. Погоди. Да ясно-то ясно. Но есть непонятные детали. Да какие непонятные детали, Антон? О чем ты говоришь? Хорошо, Димон, объясни мне, каким образом она попала к нему в машину? И потом они еще поехали за город в лес. И он не попытался сдать ее в милицию. И она не попыталась сразу его убить. Да тут целый батальон чертей. Thank you.
Тихо, тихо, успокойся. Вот тебе курточка. Возьми, возьми. Ты, откуда ты, дочь? Ты не местный? Подожди, подожди, не уходи, не уходи. Я тебе чайком напою. Ты мне расскажешь о себе. Может, и в чем-то помогу. Меня ограбили. Деньги, документы в бумажнике остались. Я сама с Урала приехала. Здесь к одному человеку. Наш родственник дальний. Валерий Караганов. У него здесь еще турфирма «Зурбаган» называется. Они женщин за границу няньками отправляют. Ну вот я с Урала еще звонила, а они потом адрес и телефон поменяли. Ну, я бы могла через справочную узнать. Никитин, ты что, с ума сошел? Ты кого ждать заставляешь? Ты хочешь с погонами попрощаться? Извините, Иван Романович. Карасев принес результаты Принес результаты дактилоскопии, вы не поверите. Во что это я не поверю? Это Астахова. Какая еще Астахова? Вы что, не помните? Та самая Галина Астахова. Ее пальцы в машине. Что? Астахова? Та самая? Опять? Астахова? Опять Астахова? Это правда? Моего папу убила эта сука, да? Отвечайте. Это Астахова? Я вас спрашиваю! Никитин, это Астахова! Мама! Мама! Куда ты? Так, уводи маму. Никитин, распорядись обо всем. Да, конечно. Действительно работа у Галочки Астаховой? Похоже на то. Да. Извините, простите ради бога. Елена Сергеевна, Игорь Андреевич, примите мои соболезнования. Спасибо. Кто такое? Антон Данилов, следователь Московской прокуратуры.
Москвы. Быстрого, однако. Да нет, вы неправильно поняли. Я друг Никитина, начальника оперативного отдела. Здесь в отпуске. А, вот ну что. Ну, отдыхайте. Извините, я хотел бы с вами поговорить, с вашего позволения. Ну, не сейчас, конечно. Наверное, чуть позже. Поговорить о чем? Хотел бы вам помочь. Позвоните мне. Буду ждать вашего звонка. А вот наш московский гость, Антон Данилов, следователь Московской прокуратуры. Вишневецкий Леонид Александрович, генеральный директор коммерческого банка «Лотос». Горохов Герман Вениаминович, директор гостиницы. Караганов Валерий Николаевич. Туристическая фирма «Зур...» «Зурбаган». Да, откуда вы знаете? Знаю, Стахова, ваша бывшая сотрудница. Наверное, нам лучше уйти отсюда, поговорить в более приятной обстановке. Может, нам в офис? Может. Тогда пойдем? Пойдемте. Извините! Извините, у меня сейчас дела, мне нужно минут 20, 25, 30, и я сразу же к вам вернусь. Извините меня. Мы будем ждать. Пойдем, пойдем. Центр акушерства тоже лотос. Белый лотос. Этот цветок означает что-то важное для вашего холдинга? Да, спасибо, Ирочка. Да, конечно, конечно. Лотос – это символ материнства. Название придумал Андрей. Я считаю, очень удачно, очень. Расскажите поподробнее о событиях трехлетней давности. Ну, я имею в виду похищение сына Гончарова. Сколько, Игорю, тогда было лет? 15. 15. Только исполнилось. За неделю до этого и отметили. Хорошо тогда погуляли. Да, конечно. Как произошло похищение? Что руководило Астаховой? Почему она похитила именно сына Гончарова? Где она его прятала? Вообще, вы знаете, хотелось бы побольше узнать об этой Астаховой. Астахова психически больной человек. В свое время это доказал суд, и ее... отправили в сумасшедший дом. Да, до этого она работала на фирме «Зурбаган» в бухгалтерии. Нелюдимая, одинокая, замкнутая. Сирота, детдомовская, ни подруг, ни друзей, ни любовников, вообще никого. А Игорь уже тогда был видным парнем, уже тогда на него девушки засматривались, и этой серой мышки Галине Астаховой он, видимо, показался сказочным принцем, и ей хватило глупости в него влюбиться. Даже разница в возрасте не помешала. А она начала преследовать Игоря, писать сначала любовные письма, потом угрозы. Игорю ничего не оставалось, как поставить отца в известность. Андрей встретился со Астаховой, поговорил с ней, настоятельно просил оставить его несовершеннолетнего сына в покое. Но Астахова решилась на совсем неожиданное. Она похитила Игоря. Конечно, конечно, это поступок, ну, психически больного человека. Хотя чисто по-человечески мне ее очень жаль, очень. Thank you.
Адрес. 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 Валерий Николаевич, вы здесь? Валерий Николаевич, ну вы опять же свое. А как ей удалось похитить Игоря? Дело в том, что Игорь уже тогда увлекался стендовой стрельбой и тренировался на турбазе. Эту турбазу как раз Андрей выкупил, что-то там начал переделывать. Игорь иногда оставался там ночевать в домике. Да, в ту ночь он остался совсем один. Астахова этим воспользовалась, пробралась в домик, пока Игорь спал. И, к огромному нашему сожалению, там были не только спортивные ружья. Валерий Николаевич, тут товарищ московский следователь ждет тебя давно. Понял. Понял, не дурак, говорю. Передам, передам, конечно. Плохо ему стало. Что, скоро будет? Надеюсь, ничего страшного. Да нет, с ним это часто случается. Он у нас слабенький. В смысле здоровья, конечно. Да. Пора. Дмитрий Львович, жду тебя внизу. Всего доброго. Что-то не то здесь, Димон. Спинным мозгом чувствую, что-то не то. Это не просто месть за безответную любовь и за неудавшееся похищение. С Игорем надо пока поговорить. Почему ты так думаешь? Видел, как они напряжены? Ну, понятное дело, такого человека потеряли. Он отец для них, начальник. Это не просто напряжение. Боятся они чего-то, понимаешь? Боятся, извини. Да? Кто? Здравствуйте, госпожа Вольская. Встретиться? Прямо сейчас? Извините, а по какому вопросу? Понял вас. Где? Хорошо, найду. Через 10 минут. Договорились. Интересно, откуда у нее мой номер телефона? Не, ну, что тебя удивляет? Она журналистка. Говорит, есть какая-то информация. Знаешь, где кафе «Океания»? Да. Настя? Здравствуйте. Здрасте. Что будете пить, господин Мегре? Молочный коктейль. Молочный коктейль, пожалуйста. Так какая у вас для меня информация? Слушайте, так вы действительно приехали в отпуск? В отпуск. Тогда я вообще не понимаю, зачем вам все это? Вы имеете в виду расследование? Сначала решил помочь другу. Потом стало интересно. Профессия такая у меня. Ой, ну так же нельзя, господин Мегре. Вы же понимаете, что у меня отдыхать, оно так же ценно, как умение работать. Трудоголики, они своего рода больные. Настя, а вы не трудоголик? Я? Да нет, ну что вы, я меркантильная карьеристка. Я рвусь к вершинам власти, ну, в журналистской сфере, естественно. И зачем вам это надо? А я хочу полной независимости. Тут вы ошибаетесь, юная леди. Власть – это как раз зависимость. Зависимость от самой власти. А что тогда, по-вашему, настоящая независимость? Дети, кухня, муж в тапочках у телевизора? Не знаю, я еще ни разу не был замужем. Спасибо. Тогда Частахова? А почему вы удивляетесь? Уже весь город обклеен ее фотографиями. Вот оно что, понятно.
И что вы об этом знаете? Не могу сказать, что очень хорошо знала ее. Мы целых 7 лет вместе прожили в одном детдоме. Вы что же, выросли в детском доме? Да. Я сирота детдомовская, как и Галя. Все, моя ласточка. Эй! Мы! Он! Он! Давай, скорее! Господи! Ну иди же, Шубар! Ой, что же? Здравствуйте, Аглая Матвеевна. Здрасте. Вы меня не узнали. Тихо. Спокойно. Вы же знаете, зачем я пришла? Пойдемте в архив. Вперед. Тебе плохо? Ты еще не знаешь, как бывает плохо. Давай. Эй! Эй, вставай! Вставай! Thank you.
Потом наши пути разошлись. После детдома я уехала в Москву. Устроилась на работу в типографию. Потом поступила на журфак. Отучилась, вернулась. Но Галю я уже не застала. Ее тогда уже судили. Да, и признали невменяемой. А вы, Настя, что думаете об этом? Не знаю, в детстве она была нормальной девчонкой. Но, может, после родов такое случается, когда роды очень тяжелые. Астахова рожала? Да. Она родила ребенка, но он родился мертвым. Извините, из редакции. Угу. Да, что? Кто? Подожди секундочку. Простите меня, я отойду, важное дело. Конечно, конечно. Ир, ты уверена, что это она? Ты кому-нибудь рассказала, кроме меня? Хорошо, соедини меня с ней. Вольская слушает. Антон, вы мне простите, но мне нужно будет уехать. Срочное дело. Да, конечно, я понимаю. Настя, вы позвольте, я заплачу за ваш коктейль. Спасибо. Угу. Антон. М? Наверное, сегодня утром я вам показалась такой бессердечной. Правда? А мне кажется, что вы очень честный человек. У нас детдомовских обостренный нюх на честность и справедливость.
Поняла, если что. Так не надо мне угрожать. Ты сама попросила об этой встрече. Если ты виновата, и я могу тебе помочь, то я это сделаю. Сейчас едем ко мне домой, там безопасно. Так если ты мне не веришь, ты можешь хоть сейчас выходить из машины, и все. Отлично. Я тебя внимательно слушаю. Всем здрасте. Антон, это была Астахова. Вот Сергей опознал ее по фотографии. Старую кушурку отвезли в городскую без сознания. Что же она здесь искала? Вот, что посмотри. Же она здесь искала, Димон? Так. Это что, регистрация рожениц? Да, рожениц и новорожденных, и все данные о них. Понятно. За какое время? Скажем, регистрации трехлетней давности есть? Конечно. Так. А кто тогда у вас был главврачом? Гончаров? Андрей Валерьянович, да. Замечательно. Значит так. Срочно найдите мне регистрацию Астаховой Галины, как ее по отчеству? Михайловны. Астаховой Галины Михайловны. Рожала у вас 3 года назад. И не только она, значит, всех рожениц, которые рожали вместе с ней, ну, там, плюс-минус неделя. Если, конечно, она не унесла их с собой. Судя по всему, она именно за этим и приходила. Значит так, Дим, из архива городского суда мне нужна срочно копия судебного постановления по делу Астаховой. И, что крайне важно, копию адвокатского ходатайства по Астаховой. Ты, Олег, понял? Угу. Нас Игорь Андреевич ждет, надо ехать. Ждет, говоришь? Ну ничего, пусть подождет. Пусть подождет. Если все, что ты сказала, правда, то это такая бомба. Теперь мне надо, чтобы ты напечатала все это в своей газете. До того, как меня поймают. Если меня, конечно, до этого не убьют. Да бог с тобой! А статья... Ты знаешь, все не так просто. Газета, она ведь все-таки не моя. Ясно. Зря я на тебя понадеялась. Подожди, подожди, ну куда, куда ты? Давай поднимемся ко мне. Тебе нужно отдохнуть там, принять душ, поесть. А я подумаю, что можно сделать. Ты стала красивая. Глаза такие же остались. Счастлива? Давай поднимемся ко мне в квартиру. Здесь небезопасно. Давай? Давай. Психушки сделал. Это ведь Лотос?
Символ материнства. А почему красный? Цвет крови. Ладно, прости. Не буду тебе мешать. Игорь Андреевич, извините за опоздание. Антон Данилов. Мы уже знакомы. Пройдемся. Секундочку. У меня встречное предложение. А давайте съездим в гостевой домик. В домик? Зачем? А что, просто любопытно. Посмотрим, как там было, что там было 3 года назад. Если вы, конечно, не против. Проедем. Пойдемте. Удобно? С легким паром. Спасибо. Прощайся. Чаечек. Поешь давай. Спасибо. Галя, ты знаешь, тебе лучше сдаться. Это зачтется. У меня есть один очень хороший знакомый, он следователь Московской прокуратуры, Антон Данилов. Ему можно доверять, я уверена. Значит так, мне нужна статья в газете. Статья в газете. Не можешь мне помочь, не надо. Уйду, как стемнеет. Да куда ты уйдешь? Тебя ищут везде. Я тебя никуда не отпущу. Ну, и что ты предлагаешь? Будешь прятать меня здесь? Кто-то придет, что ты будешь делать? Ну да, здесь небезопасно. Слушай, я отвезу тебя к себе на дачу. Там тебя точно никто не найдет. А сама встречусь с Димой. Это муж моей подруги, он работает начальником в оперативном отделе. Не надо! Не надо ментам звонить. Не надо. Ментам верить нельзя. Ну что же мне делать? Я же... Хочу тебе помочь, правда, но я не знаю, то, что ты просишь. Даже если я напишу эту статью, ее никто не напечатает без перепроверки фактов. Следовательно, первым делом она окажется в прокуратуре. Надо звонить Караганову. С домашнего телефона нельзя. Где здесь таксофон ближайший? Тебе нельзя никуда выходить, понимаешь? Никуда. Ну, объясни мне, я все сделаю. Объясни мне, я все сделаю. Давай свой диктофон. Диктофон? Диктофон. Перемотай его перед моим рассказом, чтобы место было. А, угу. Скажите, Игорь, а роды у Астахова ведь ваш отец принимал? Какое это имеет значение? Я не знаю, может, и отец. На суде ваш отец, выступая в качестве свидетеля от защиты, подтвердил, что роды проходили тяжело, это спровоцировало сложное психологическое состояние Астаховой. Значит, так и было, я всего не помню. У меня тогда было сложное состояние. Да, я понимаю, это такой стресс для 15-летнего парня. Но вы ведь повели себя как настоящий герой, да? Отобрали у Астаховой ружье. Она хотела выстрелить в дядю Германа, но у меня не было другого выхода. Я понимаю. Слушайте, как здесь все-таки божественно красиво, да? А, хорошо. Хорошо. Валера, это Галина Астахова. Мне ничего от тебя не нужно. Только дай мне адрес той женщины. И я исчезну из твоей жизни. Бесследно и навсегда. В противном случае, тот рассказ, который ты сейчас услышишь, попадет в Москву, в Генеральную прокуратуру и во все центральные газеты. Только ты об этом уже не узнаешь. Потому что я тебя отправлю вслед за Андреем. Мне можно верить. Я ведь сумасшедшая. Стоп.
Вот. Там стояла кушетка, на которой я спал, когда здесь ночевал. Тут и оставался, пока Астахова была здесь. Так, а где находился Астахова, когда появились милиционеры? По-моему, там. Я точно не помню. Точно? По-моему, да, точно. Ага. Так, откуда появился Горохов? Когда дверь взломали, он первый зашел, я эту сумасшедшую сразу направила на него ствол. И вы из своего уголка метнулись и его защитили? Да. Быстрый вы, быстрый, молодец. Так. Я с 10 лет с отцом на охоту ходил, так что... Ага. А сколько она держала вас в плену? 5 часов. Ого. Представляю, как вам было нелегко. Я больше думал о родителях. Понимаю вас. Понимаю. Да. Слушайте, Игорь, а каково вам было, когда на суде она стала утверждать, что не она вас, а вы ее похитили и держали здесь? Я знал, что она ненормальная. Суд, слава богу, во всем разобрался. Она и не такое говорила. Ну да, да, я слышал. Она утверждала, что отцом ее ребенка был ваш отец. Эта сумасшедшая сука вначале мне не давала проходу, потом залетела бог знает от кого, а потом и отца облила грязью. Она его шантажировала? Вот! Ну, конечно! Вы сами сказали, шантажировала! Это неудивительно. Где успех, там всегда эти шакалы. А еще хуже, когда психопаты. Астахова психопатка, и она до сих пор в городе. Никитин, я вас предупреждаю, не найдете ее вы, найду я. И суда больше над ней не будет. Я сам поставлю точку в этом вопросе, вам понятно? Мы ищем. Все выезды из города перекрыты. Ее поимка – это вопрос нескольких часов. Никитин, это ваше увольнение – вопрос нескольких часов. Я вам гарантирую. Кто-то сказал. Дмитрий Львович, успокойтесь. Успокойтесь. Игорь, вы успокойтесь. И мой вам дружеский совет. Забудьте вы, забудьте о любом самосуде. Все в порядке? Прекрасно. Смотрите, какая прекрасная погода, как красиво за окном. Была бы моя воля, ребята, я бы остался здесь и отдохнул. В чем вопрос? Приезжайте, оставайтесь. Что, серьезно? Конечно, как мой персональный гость. Я подумаю над вашим предложением. Пойдемте прогуляемся. Пожалуй. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Игорь, клиника вашего отца пользуется большой популярностью не только среди россиян. Так и есть. К нам приезжают много иностранцев. Иностранки? Нет, к нам приезжают семейные пары. Лечение иногда длится несколько месяцев, а наша задача – создать максимальный комфорт для пациенток. Что мы и делали с успехом, я вас уверяю. Не знаю, что и как будет дальше без папы. Да, я вас понимаю, Игорь. Ваш отец был крупным специалистом. И все же, объясните мне, ведь у вас провинциальный городок, да? Почему к вам едут иностранцы? К вам, а не куда-нибудь в Голландию? А. В чем здесь секрет? Какое-то свое ноу-хау или демократичные цены, да? Наша фирма называется «Центр акушерства, патологии, экстракорпоральной гинекологии». Да. То есть речь идет не только об искусственном оплодотворении, но также о лечении патологии и сохранении плода. Отец разработал уникальную систему, благодаря которой можно сохранить плод даже в самых тяжелых случаях. Вот так. То есть, если я вас правильно понял, иностранцы к вам приезжали, страдающие проблемой сохранения плода, да? И какое-то время здесь оставались? 2-3 месяца вот так. Да, потом благодаря мастерству вашего отца благополучно рожали, и с ребенком счастливые родители возвращались домой, так? Да, у нас в архиве десятки писем благодарственных и от россиян, и от иностранцев. Рожали в центре? В городском роддоме мы арендуем там специальный бокс. В бывшем роддоме вашего отца? Совершенно верно. Ага. А формальной стороной дела занимался, конечно же, городской отдел здравоохранения? Конечно, с соблюдением всех правовых норм и так далее. А скажите, а господин Вишневецкий, ведь он раньше руководил отделом здравоохранения городским? Совершенно верно. Теперь мне все ясно. Да. Да, Игорь, теперь мне понятно, какую невосполнимую потерю понесли не только вы, но и весь город. Андрей Валерьянович, примите мои искренние соболезнования еще раз. А, кстати, регистрационные записи пациенток, они ведь сохранились?
Да. Позвольте взглянуть на них. Ну, одним глазком, что такого? Прошу. Что? Он сказал, что не знает того адреса. Что он известен только в Белом Лотосе. Игорю. Что он пойдет и попробует его достать. Врет. Да нет, мне показалось, что он действительно очень напуган. Он назначил встречу через час в Старом речном порту. Через час. Старый речной порт. Значит, так и будет. Пойдем вместе. Я тебя одну не отпущу. Ну ладно, ты чего? Нет. Слушай, я ведь просто себя уважать после этого не буду. Нет. Мы идем вместе. Это даже не обсуждается. Тем более, если вдруг что-нибудь, они меня не посмеют тронуть, понимаешь? Ладно, я пошла. Слушай, давай все-таки вместе. Слушай, ну мы же договорились. Я возьму адрес сразу же обратно. Не волнуйся, со мной будет все хорошо. Прости меня, прости меня.
помощь на Невске. Как в больнице? Что значит пропала? Ты же слушай меня, чтобы до полуночи, слышишь, до полуночи! Вечер добрый, господа! Игорь! Игорь! Не смей! Игорь! Ружье на пол! Игорь! На пол ружье! Хорошо, хорошо. Ружье на пол. Хорошо. Спокойно. Тебе, сука, отсюда живой не выйти. А никто отсюда живым не выйдет. Вам что от нас нужно? Я пришла отомстить за своего сына, которого его же собственный отец вместе со своими дружками продал иностранке. Вот думаю, с кого мне начать? С кого? С тебя, наркоман несчастный? Ты подарил своему дружку, извращенцу, наивную сотрудницу. А? Или с тебя? Садись, малолетка, ты помнишь, как ты меня здесь ногами пинал в живот? Или с тебя, мен продажный? Как ты в суде расписывал сцену освобождения, ты одно забыл. Как ты мне полудохлый всовывал в руки ружье. А лучше всего с тебя, Леонид Александрович. Как ты мне тогда в тюрьму нет, не пойдешь. Мы тебя в психушке сгновим. Надеюсь, так оно и случится. Ну что, с кого мне начать? Ну, Валерий Николаевич, как по справедливости это будет? С тебя? Почему я? Что я сделал? Что я сделал? Леня! Леня! Вы же с Андреем сами, вы же сами эту схему придумали, вы же разрабатывали ее, вы искали их, иностранок находили бездетных, а я что, я им просто туры оформлял, я туры оформлял им! Галя. Что? Не убивай меня, а? Я на суде все скажу. Я все скажу. У нас гости. А? Гости. Конечно. Ну без меня разберитесь. Ладно, я через 2 часа подъеду. Здравствуйте. Иван Романович, присоединяйтесь. Астахова? У, сучка живучая. Это Рыжаков! Что? Да, это Рыжаков придумал что? Всю эту историю с похищением тебя тогда. Вот тварь! Это дешевка дурдомовская! Ненавижу! А ну-ка, прекрати истерику. Возьми себя в руки. Да я убью ее. Вот и убей. Кто я? Уйди ты. Ты же мне еще охотник. Положи пистолет. Галина! Вы живы? Я Антон Данилов. Все хорошо. Все позади. Я уже все знаю. Настя! Жива. Всем сидеть на местах. Стойте! Диктофон! Они признались. Здесь все. Положи пистолет! Я делаю признательное заявление. Настоятельно требую, чтобы это было зафиксировано. Дима в доме. У вас все нормально? Нормально. Я не хотела убивать Андрея. Я просто попросила вернуть мне моего сына. Андрей, я прошу тебя. Я исчезну из твоей жизни навсегда. Верни мне моего ребенка. Отдай мне моего сына. Ты же сама себе подписываешь смертный приговор, ты понимаешь? Отдай мне моего мальчика. Ты понимаешь, отдай я же убить тебя сейчас мальчика. Должен. Ты отдай же не оставляешь мне другого отдай выхода. Мне ты понимаешь, отдай сука, я мальчика. Тебя закопаю отдай сейчас. Мне. Я тебя закопаю. Отдай мне моего мальчика. Убью тебя. Отдай мне моего мальчика. Убью.
готова ответить за все. Вы же знаете, где мой сын? Он в Роттердаме. Маурицвейк, 55. В семье Мартина и Сандры де Йонг. Я вам обещаю, сделаю все возможное, чтобы доказать незаконность вывоза вашего сына из страны. Настя считает вас честным человеком. Силы. Галина, что с Галиной? В порядке. С Галиной все хорошо, благодаря вам. Вы такая молодец, Настенька. Значит, все закончилось? Ну, как сказать? Может, все только начинается?